Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры, с наступившей вас Пасхой. Христос воскресе, мы с вами давно не виделись, не общались. Сейчас мы с вами проводим акцию с молодежным православным центром, о котором я вам часто рассказывал. Вот его представители, стеснительные немножечко. Сейчас мы ездим по малоимущим семьям, которые стоят на КДН, комиссии по делам несовершеннолетних, в социально опасных ситуациях жизни находящихся. И вот сейчас мы ездим, посещаем, поздравляем деточек, в частности, в этих семьях с Пасхой, дарим куличик, яичко. Вот проводим такую акцию богоугодную, чтобы эти деточки знали о Христе, о светлом Христове воскресении, о таком празднике. Будем сейчас песнопением пасхальное петь в семьях. Ну, если у вас есть какие-то еще хорошие предложения, какие можно было провести акции, может быть, сами хотели бы поучаствовать, приходите в молодежный православный центр в Ленинградской станице «Уманский благовест». Мы собираемся 3 и 18 числа каждого месяца. Как вы видите, сегодня 18, и вот мы собрались, чтобы сделать хорошую акцию, богоугодную. Ну и, конечно же, ездя по этой акции, мы общаемся на духовные темы. Еще раз вас поздравляю с Пасхой. Христос воскресе! Всего вам доброго от молодежного православного центра «Уманский благовец». Заходите в нашу группу, участвуйте. Всего доброго, храни Господь. С вами был священник Константин Мальцев.